Жігіттер, камера бәрі дайын ба? Бастай берейін ба? Алғашқы танысуларыңыз қалай болды? Айданамен алғашқы танысуымыз негізі артымнан қоймай жүгірді. Жүгіргеннен кейін мен келісіп, аман болмағаннан кейін келістім. Это он так сказал? Негізі былай болды. Ночная Алматы. Я ехал по Альфа-Раби на своем Роллс-Ройсе. Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И я сейчас гора, еще минута и доверяю. У вас такая красивая машина. Спасибо. Это Феррари? Не, это Роллс-Ройс. Никогда не слышала. А на самом деле было так. Астана, 22 марта 22 года. В этот особенный солнечный день судьба подтолкнула нас к этой встрече. Моя подруга встретила Дидара. Так и получилось то, что мы познакомились через общих друзей. И сразу же Дидар начал проявлять знаки внимания. Мы сели с ними за один стол и начали пересекаться взглядами. Когда я увидел ее, я понял, что она та самая. От его взгляда я почувствовала, что на душе становилось теплее. И на тот момент никто не ожидал, и мы не думали, что на самом деле вся история закрутится так. Болса да толы қапта, иықта қиындықтар өзен аға. Көңіл күйім шайдарланып жүрем жағанмен. Шағалалар биек ұшып түседі бірден. Кеудесімен сипап суды салғанда әнге. Мен де әндетемін, мен де әндетемін. Өмір мен ертегім. После нашего знакомства у меня началась учеба. Я вынужден был улететь обратно в Алматы. Алысқа үрелерді жаңа ат берем. Әрбір мүттіңе деніңдегі түрлі түсті гүлдірменен кел. И с того момента мы непрерывно начали переписываться. Ертеңгі күн білмейм не берерім бірақ сен менің ара. И на протяжении 2 лет мы каждый месяц летали друг к другу. Но все же мы очень устали быть в разных городах, вдали друг от друга. Я решился сделать предложение, чтобы она больше не улетала от меня.